видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 37. Реши уравнение и сделай проверку. Рассмотрим внимательно первое уравнение. В данном уравнении 43 – это часть, x – это часть, а 67 – это целое. Чтобы найти часть, мы должны от целого, от 67, отнять 43. Запишем. Х равен 67 минус 43. 7 минус 3 будет 4. 6 минус 4 будет 2. Ответ 24. Для выполнения проверки найденную неизвестную часть 24 мы подставляем в верхнюю строчку уравнения. 43 прибавить 24 равно 67. Посчитаем. 3 прибавить 4, складываем единицы, будет 7. 4 прибавить 2, складываем десятки, будет 6. 67 равно 67. Уравнение второе. 35 минус х равно 15. 35 в данном уравнении – это целое. Х – это часть. 15 – это часть. Чтобы найти часть х, мы должны от целого, от 35, отнять известную часть – 15. 5 минус 5 будет 0. 3 минус 1 будет 2. Х равен 20. Подставив 20 в первую строчку уравнения, получим пример. 35 минус 20 равно 15. 5 минус 0 будет 5. 3 минус 2 будет 1. Получилось 15 в левой части и 15 в правой. 15 равно 15. Х минус 7 равно 12. А вот в данном уравнении уже неизвестно целое. А чтобы найти целое, мы должны сложить имеющиеся части, то есть 7 и 12. Х равен 7 прибавить 12. 7 плюс 2 будет 9. 1 плюс 0 десятка будет 1. Получился х равный 19. От 19 отнимаем 7 и получаем 12. 9 минус 7 – 2. 1 минус 0 – 1. 12 равно 12. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.